А эти кадры снимались на Свердловском заводе железобетонных изделий имени Ленинского комсомола. Основная его продукция – детали крупнопанельных жилых домов. Понятно, что такая информация заинтересует прежде всего будущих новоселов. Заводы, как люди, отмечают дни рождения. Скоро этому предприятию исполнится 30 лет. И среди наших зрителей наверняка есть те, кто помнит всесоюзную ударную стройку на окраине Свердловска. А теперь завод выдает ежегодно детали на 460 тысяч квадратных метров жилья. Ну, а сколько это будет квартир? Если примерно посчитать, то без малого 10 тысяч новых трехкомнатных квартир улучшенной планировки.